сосуды, нагоняя на душу мою тоску. Это такие времена, которые потом никогда не забудешь. В нашей жизни не хватает приключений, ребята. Надо, блядь, жить. Выполнение. То есть где? Просто от руки пишут? Подожди. Едет, поливает, тут же маслом и водой увлажняет, и маслом сразу, смотри, тут пятно. Как же экология, как же детишки вон играют в футбол. Что происходит? Происходит следующее. Я обратился к другу за помощью. Помнишь, мы ездили с тобой в Goodyear Trip? Конечно. Я к нему обратился и говорю, слушай, помощь нужна. Пару лет назад я батя организовал вместо Duster Toyota Cruiser Prado 150. Примерно как вот этот, черный, только белый. Он все это время ездил на нем, очень много накатал, и все, покрышки исхудились. И мама звонит, говорит, блин, как куда нас не везти, там, на рынок или на дачу, все, сразу спускает колеса, едет сразу на шимонтаж. Звоню другу своему, Goodyear, эй, Goodyear, любезно, мне предоставляет 4 баллона. Собственно, а в этом грех не рассказать. Новенький, канули вы. Слушай, она такая, да? Смотри, она и шоссейка, и можно по грязи поместить. Хорош, такая, да. Резина Wrangler All Terrain Adventure. Короче, для тех, кто любит всякие приключения. Напомню, у нас две машины, два Subaru Forester на полнейшем фарше. Не конкретно эти машины, а такая же машина, только новая, будет разыграна на чемпионате мира. Я это буду говорить в каждом видео. Пользуюсь тем, что мы решили сделать такое приключение, Adventure, как на резине написано. Я, Кокляев, Маланичев, Луценко, проехать через города России до дома. Представим, что я хейтер. Хейтер. Вот, машина за первое место, за 2,5 миллиона. Позовешь кого-нибудь своего друга, как Малан, и он ее выиграет, как бы это все постанова, и лучше бы ты сделал бы призовые там на 10 бы мест. Машина — это у нас не единственный ценный приз. Я сейчас веду переговоры с разными компаниями, такими как там вот. Ну и не буду разговаривать, не забегая вперед. Очень много компаний, чтобы было действительно ценных призов. Очень много. Помимо этого, это не весь призовой фонд. У нас еще есть остальной призовой фонд. В размере, я точно не помню, около 20 тысяч долларов. Людей, которые могут выступить на уровне с Маланом, очень много. В Чехии Петраш. Фамилия, не, вроде фамилия. Петр Петраш, вроде так его. Big Dogs, как там, или Mad Dogs в Австралии. Поднял очень много. Чуть ли не тонну 100 там с чем-то. Автор Бьонса, тонну 100. Уже у него в кармане. И он не выложился на полную. Получается, Петраш, Хафтер, Ларри Уиллс, Одуэль с Австралии. В общем, человек 5-7, которые могут составить конкуренцию Малану. Действительно составить конкуренцию Малану. Поэтому подсудил, подделал как-то. Это все ерунда. Это не надо придумывать. Если бы я хотел бы Малану подсудить, я бы сделал блины из папье-маши и повесил бы ему на пресс. Сказал бы, что Малан присел 600. Подними, больше всех выиграет автомобиль. А где поднять-то надо будет? Главный приз за самую большую сумму на чемпионате мира 2019 года. Вот это приз. 2 470 000 рублей стоит. Поэтому я взял именно их. Поэтому на их мы и поедем ко мне на родину. Протестим. Да, вот это приз. Ну, просторно, да? Она здоровая. Да. Больше всех это в абсолютке надо было? Нет, именно сумма. Килограммы. О. Именно килограммы, не абсолютка, не коэффициент. Пауэрлифтинг изначально начался с триборья. Не было ни коэффициентов, ничего. Больше поднял самый сильный, самый молодец. Видите? Как много делает Кирилл Игоревич для федерации. Такие призы где вы еще увидите? Не в загранице, нигде. Можно вас пожать руку? Андрей Владимирович, да что жать? Еще рано. Я просто, ну, как бы говорю, что ты так стараешься для этого вида спорта. Привет. Знаешь, есть картинка. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин. Смотри.
Тебе надо? Давай. Мы сейчас вспомнили песню «Ели мясо мужики», пиво запивать не будем. И сейчас удивительное приключение. По плану мы должны были выехать через 13 минут, но я так думал, выйдем через 13,5. Взял Мишу. Потом у Сенка заберем, в Волгоградке поем. Понял вообще, нет, на что согласился? 13 часов пути, только прилетел с аэропорта, приехал. Ну а что, когда еще такое случится? Можно Дона Малана будет по России покатать. Чисто, и только тебе вот Кирюха сказал, если бы вдвоем поехали, я сказал, давай отложим на потом эту идею. Но так как Дон Малан у нас частый гость в Америке, есть вариант, только такой, что это может случиться не скоро. Такая поездка. Катастрофически уставший. Жутко. А тренировки по боксу у тебя там будут, нет? Ну, если честно тебе скажу, я последний раз с Проводниковым вот немножко мы так чуть-чуть попрыгали там. Это было какого числа-то? Первого, по-моему, если не ошибаюсь. И вот я... Потом монастырь, не до этого было. Сейчас посмотрим, как пойдет. Но если честно, если бы тренировался, было бы лучше. Тут без тренировок хереешь, просто хереешь. Вот он. И прям, чье имя называть нельзя. Да сюда. Дон Малан. Надо спимся. Ну что, мы поехали? Да, ощущение продолжается. Дорога твоя. Лишь бы, знаешь, так бывает. Сейчас такие, хорошо, что это мы поехали. Так бей какой-нибудь замшу. На каком-нибудь каршеринге еще, знаешь, и бежать. Зажигают звезды, звезды перегорают и гаснут, видишь. Срываются вниз они, в самую грязь. И пусть жизнь под откос, главная скорость, только бы вырваться в космос. Через тернии к звездам, через тернии к звездам. Проходишь мимо, не видя меня. С кем по руке? Я стою, не дыша. Не спеша. Мой спога. Смотри, говорит, стага, поджечь хочется. Две школьницы на перемене встречаются. Одна, вчера Петрову минет вестибюль делала. Вторая, фига себе, слово-то какое, вестибюль. Как вам новые свечи от бессонницы, пациент? Замечательно, доктор. Не успеваю даже вытащить палец. Я считаю, надо извлекать выгоду Андрюху в любой ситуации. Даже пробка. Вопрос, поехали бы мы там или нет? Нет, вот Андрюха поспорили. Я считаю, что мы бы сели там. А вы как думаете? А я говорю, что 100%. Вообще без вариантов. Почел супер система, Андрюха, машина сама в пробке нас идет. Не знаю, как она называется. Но сама тормозит. На ноги. Меня учили люди, братья, и ты им верь всегда везде. Я вскинул руки для объятия и оказался на кресте. Но я с тех пор об этом чуде стараюсь все-таки забыть. Ведь как ни злы, ни лживы люди, мне больше некого любить. Моя черная гибель, я навстречу к тебе выхожу. Это весь стих? Не весь, но это мне вот нравится. А, именно отрывок. По встречке какой-то мальчишка. Так испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть. Здравствуй ты, моя черная гибель. Я навстречу тебе выхожу. Дура, чё ты портишь мне стих? Здравствуйте. Эту душу вкладываю. Здравствуйте. Андрей Владимирович, предлагаю. Мир таинственный, мир мой. Древний. Его еще Есенин читает в оригинале, есть в Ютубе. Да? И когда Евтушенко услышал этот стих, его исполнение, он говорил, что у меня волосы дыбом встали. Я
никогда не слышал такого голоса. Андрей Владимирович, мы через сколько в пенсии будем, ребята, спрашивают? 3 часа. 3? Навигатор показывает 8. А я говорю, 3. Давай навигатор поедем. Надо только машину сменить. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу мою тоску. Слушай. Сейчас мы будем переоблачаться. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Специально для нашего Газпромовского ТВ, для программы «Газ Алмаз». Как вы думаете, когда прекратится рост цен на бензин? Я думаю, никогда не прекратится. Специально для Газпромовского ТВ Андрей Маланичев. Андрей Джиобиченович предложил заехать в кафе «Удача». Но я так понял, что это удача, что это кафе закрыто. Я увидел, как молодые, юные парни, мускулистые, колят дрова. Мужчины, большое вам спасибо. Удачи. Всем благ. Мотор шушит, мотор ревет, I just call to say I love you. Как понять, что здесь был Малан? Это износ рис, батончик. Я даже на скейте боюсь трогать, если честно. Что, заказывайте, господа, жратушки. А зачем ты поехал? Мне нравится с друзьями путешествовать. Это такие времена, которые потом никогда не забудешь. Вопрос же сам даже в дороге. Да, главное, чтобы в кувет не улетел. Да, а то Андрей отвлекается. Руль дергает. В нашей жизни не хватает приключений, ребята. Надо, блядь, жить. У меня приключений в жизни хватает. И несмотря на то, что я прилетел из города в Пермь, сегодня утром уеду сразу же с пацанами. Я вот отдохну, как и говорил, я посплю, мне станет лучше, стану веселее. И почему согласился на путешествие? Для меня путешествовать привычно. А не поехать, если ты, ну, Кириллу и предложил, я не мог ему отказать, потому что, ну, относительно события. Поэтому я сейчас радуюсь, еду и радуюсь. Сейчас пельмени поедим. Главное, чтобы пельмени хорошие были. Надо поле притоптать. А? Вам на полу? Желательно. Sunrise in my mind, sunshine in your heart. Maybe, baby, I was wrong. Maybe, baby, you were right. I just wanna love you. Там, где не ухожу, весна. Я думал, ты меня сейчас в ресторане хочешь угостить сухариками. Что вы хотите? Хочу вас ими попотчевать. Нет, пожалуйста, первый, второй и третий. Я вас рад всех приветствовать. Мы думали, что мы будем какую-нибудь придумывать там зарубу, морубу, но так как мы в Рязани проторчали 3 часа, Андрей Владимирович проел еще 2 часа. Но он готовится, ему это
не то, что можно, это мы нужно. Мы сейчас расчехлим багажник. Подарим вам подарки. Да, и вручим вам ништяки. Сарычев пожал 335. Декабрь. Где? Ноябрь. На... Москве, Москве, на СНПРО. СНПРО. ВПЦ. Правильно, 15-й, СНПРО. Все проще. ВПЦ. Он сказал 15-й, сказал СНПРО. Какая лучшая сумма у Андрея Маланчева? А где было установлено? В Австралии. Правильно. Лучшая сумма, Андрей Маланчев, еще не установлена. А кто был первым российским президентом в РПФ? Михаил Коклеев. Правильно. Сколько точно, угадайте сумму, сколько будет точно стоить машина, которая будет вручена за первое место? 240 миллион. 2480. Практически почти угадал. 281. 2470. 2482. Блин, я весь глупый. Я почти угадал. 2470. Держи. Спасибо. Бокал. Я думаю, если бы мы более организованно и более были на опыте, мы бы не поехали по трассе М5, мы бы объехали Рязань вообще нафиг, как нам изначально показывал навигатор. Но Андрей Владимирович сказал, поехали через Рязань, город посмотрим, это ж, мы же не торопимся никуда. Андрей, дальше была пробка, практически глухая. Да ладно, что, постоим, поболтаем. 1:20 просто только в одной пробке стояли. Сколько было? 3 или 4, не помнишь подряд? Ну, просто там. 3. По итогу, вместо того, чтобы попасть сюда в 3, мы попали сюда в... 8. Я вру, в 7:30, прям. Смотрите, какой разброс. Практически сколько? 4.5 часа. Обалдеть. О, все. Ты видишь что-нибудь, Миша? Подожди, надо рацию. Команда Эшкере, вы далеко не уезжайте, потому что за вами идет шлейф. Шлейф пыли, и практически вас не видно. По правому борту леса, но я ее не видел. Запаха не передать. Пахнет свежим, свежайшим навозом. Ну, даете, ребята. Вот я вас и затащил сюда, на старую заправку. Уже Саратовская область. Вот. И остается нам каких-то всего лишь 150-160 верст. Почему мы раньше не делали таких вещей? Почему не раньше не пилился, такой контент не пилился? Потому что такое ощущение, что сняли все, что можно было снять. А может быть, просто был такой ремейк в плане всех наших вот этих посиделок. Хинкали Battle Challenge. Помните, да, наверное? Такая классика. Хинкали Battle Challenge. Просто какие-то встречи богатырские. Вот. И благодаря Кириллу Игоревичу Сарычевскому. По идее, по моему великому плану, мы должны были быть здесь 6 часов назад. План немножко поменялся. Да. Утро ранее. Да, посмотрим. Может, нас вообще не ждет никто. Будем на улице. Да. Здравствуйте. Я жду. Привет. Я буду ходить, так буду теперь, как машина. Здрасте. Как машина ходит, как на машине ехали, теперь такой, ну, может быть, в боксе пригодится вот эта вот тема. Опа! Как ты храпишь, так вулкан не взрывается, я не знаю, просто так не крикнешь, что ли. По сбору не ездил. Все положено, шкаф прикручен. Мам! Где мое разрешение?